Маэстро 21 века и ученики лучшей школы России, школы 1995. 5 лет ребята шествуют над пансионатом ветеранов войны Конькова. Чеканят шаг представители ассоциации детских и молодежных объединений Западного округа. В ассоциации более 40 организаций, среди которых патриотические объединения «Искатель» и «Алые звезды». По брусчатке Красной площади шагают представители детского объединения «Обелиск» и поискового отряда «Благоверный князь Александр Невский». Детское движение Северо-Западного округа – это 77 объединений, 10 тысяч ребят и 1000 взрослых. Они придумали проект, имя «Инициативный москвич – это я». Знамя аппаратного расчета несет внук героя Советского Союза, легендарного летчика Валерия Чкалова, Александр Чкалов. Каждый год в торжественных маршах 7 ноября участвуют поисковые отряды города-героя Москвы. С ранней весны до первых снегов поисковики работают на вахтах памяти. Нынешним летом более 2000 останков бойцов и командиров Красной Армии были захоронены со всеми воинскими почестями. Парадный расчет «Юность Московского Севера» возглавляет знаменосец Артем Кондаков, лидер ученического самоуправления, многократный призер спортивных соревнований. Идут ребята из Северного созвездия, участники конкурса «Москва непобедимая». Знаменосец Павел Розов.